День города Чебоксар – одной из точек притяжения горожан стал сквер Чапаева. В рамках празднования там состоялся арт-пикник «Чапай зовет на чай». Что интересного ожидало гостей мероприятия, расскажем далее. Вокруг царила праздничная атмосфера, звучали песни и поэтические номера. Для чебоксарцев посещение арт-пикника стало уже доброй традицией. Когда самый-самый первый только открывался, когда еще только предлагали чай попробовать, ну, уже тогда понравилась эта идея проведения такого мероприятия, которое объединяет жителей нашего города. Посетители фестиваля смогли погрузиться в атмосферу разных стран. Татары, марийцы, узбеки, армяне, палестинцы подготовили для гостей мастер-классы по приготовлению чая и рассказали о своих традициях чаепития. А вот сирийцы в этом году здесь впервые, и они рассказали не только про свой чай, но и про кофе. Показали, как его правильно заваривать, и угостили гостей. У нас два типа кофе. Там один крепкий, очень крепкий, да, черный кофе. И другой светлый. Ну, для тех, кто много не пьет кофе, ну, это, думаю, что легко, легче. На фестивале можно было попробовать и различные лакомства, сушки, традиционные пироги, блины и даже торт с изображением вышитой карты России. Кроме того, на арт-пикнике был и тот, кто пригласил всех на чаепитие – Василий Чапаев. Приятно, что люди позитивно настроены. Встречаю с ними взглядами, улыбки. Многие хотят фотографироваться. Это приятно, что люди, скажем, чтят своих народных героев. Так, посетители арт-пикника, не покидая Чебоксары, с чашкой чая путешествовали вокруг света.